Всем привет! Меня зовут Лиля, и я фудблогер. Сегодня специально для телепрограммы .про сниму рецепт очень вкусных вареников с вишней. Это же просто вкус детства и вкус лета. Обязательно попробуйте! Берем вишню 500 грамм, очищаем от косточки и добавляем 4 столовые ложки сахара, даем постоять. Нам нужно, чтобы вишня пустила сок. Готовим тесто. Берем 1 яйцо, 4 столовые ложки растительного масла, перемешиваем, добавляем 400 грамм муки и 150 миллилитров крутого кипятка. Вначале замешивайте ложкой, тесто будет горячее, а потом руками. Оно очень мягкое и эластичное. Сразу стол присыпаем мукой, тесто делим на две части и раскатываем. Такое тесто можно раскатывать, но очень тоненько, оно не рвется. Стаканом формируем кружочки. Лишнее тесто убираем. Берем кружочек, добавляем туда вишню, 3-4 штучки, и просто нам нужно защипить края. Вареники я выкладываю на досточку, присыпаю мукой, чтобы они не слиплись, и ставлю в морозилку минут на 40. Они получаются очень тоненькие, много начинки. Ставим воду, даем ей закипеть, добавляем щепотку соли и варим вареники. Варим 5 минут. Берем блюдо и наливаем сок, который нам дала вишня, пока она постояла с сахаром. Достаем вареники и еще немного поливаем вишневым соком. Это безумно вкусно! Обязательно попробуйте!